Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, забираем с тобой 25 рун, которые нам необходимы. Такс, не понял. Беззубик, а почему-то у меня не на задании. Так, о, хорошая штучка нам выпала, она нам нужна как раз. Так, Беззубик, нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Нам нужно тебя отправлять на поиски. Да? На поиски вот этих сумок. Все. Беззубик полетел. Такс, железо есть. Давай-ка мы отправим его дальше. Так, мне в комментариях писали, что фейерверк у меня типа там дофига добывает железо. А, у нас ветряная мельница построилась. Прекрасно, ребятушки, это уже радует. Так, ну-ка сейчас мы глянем. Сейчас я... Подожди секунду. Так, сколько он? 187 за 450. Ну, в принципе, да, ребят, в принципе, нормально он приносит. Но единственное, что нам сейчас нужно древесину где-то потратить. А где нам потратить древесину? Так, давай-ка мы здесь заберем. Нашего парня отправим дальше на поиски. Я надеюсь, у нас событие уже доступно или нет еще. Блин, 1 час 17 минут. Вы издеваетесь, что ли? Буйволорд за 710. Вот, кстати, куда нам... Блин, не хватает железа. Сейчас, сейчас сделаем, ребят. Буйволорд, лети, добывай. Вот где, ребята, сплавляем древесину. Блин, не забыть бы про это. 710 миллионов древесины, да? За 80 железа. Конечно, несправедливый такой обмен получается. Но, тем не менее, ребят, если надо по-быренькому куда-то ее сбагрить, вот тебе решение проблем. Так, этих всех отправляем обратно на поиски. Понятное дело, и забираем. И забираем древесину. Так. Давай-ка, браток. С древесиной у нас и так, в принципе, завал. Так что лучше он пускай добывает мне железо, чем эти какие-то деревяшки. Так, ну что у нас сегодня? Блин, событие еще не дано. Блин, меня бесит, ребята. Ну, я, наверное, знаешь, как сделаю тогда? Сейчас мы с тобой все это соберем. Потом я сделаю перерывчик. Так сказать, ну, просто не буду выкладывать. А сделаем уже следующий. Следующую серию с тобой. Уже когда у нас будет доступно событие. Ну, это там часок подождать. Я думаю, ничего страшного не будет в этом. Так, 137 железа. Так, он у нас за рыбу. Давай, полетел. Этот за древесину. За древесину. Ну, дерево-то у нас, слава богу, пока есть. О, бесплатные руны. Сколько? Соточка, спасибо большое. Блин, ребята, мы уже близки к покупке острова. Близки, понимаешь? Так, ну что ж, давай этого отправим тоже за железом. И ти-ти-ти-ти-ти. Что у нас тут еще-то остается? Этот у нас 125 за рыбу. За рыбу он носит. Костолома сюда отправим. Так. Древоруба. Подожди, а почему сарделька у меня опять не в... Я ее забыл, что ли, отправить в приключение? Судя по всему, да. Обучите жутей. Пускай обучают. Так, ты у меня что тут? Понятно, 7 рун. Так, пускай он продолжает поиски тогда. Естественно, бесплатно. Так, и Грамгильда. Приручение. Так, у Йохана что-нибудь есть? Тут кусок мяса. В принципе, больше мне ничего у него не надо. Так, этого тоже с тобой отправим. А получается, что пока все, да? Блин.
больше ничего не можем сделать, получается так. Ладно, заберем с тобой задание. Ежедневки, как говорится. Но нам не хватает. Нам опять не хватает десяточки для того, чтобы получить награду. Этих мы отправили. Здесь камнемолот прокачался. Я, наверное, его, ребят, еще чуть-чуть пропаю. Так, тебе за древесиной. Мы хотели кого-то, если я не ошибаюсь, прокачивать. Ага, водореза, да? Водореза мы хотели прокачивать, по-моему. Но у нас рыбы мало. У нас мало рыбы. Когда нам нужна, ты ее фиг найдешь. Опа. Подарочек заберем. Награду. Да ладно, тут обычный пак. Древоруб, шторморез, парящий прихвостень. Ну и немножечко ресурсов. Блин, совсем немножко, ребят, не хватает. Совсем чуть-чуть. Это буквально 100, ну, там 100 с копейками. И все, и мы с тобой купим новый остров. Ну, естественно, ребята, мы его купим. Потом еще нужно будет там спилить деревья и все прочее сделать, как говорится, на подготовку только. Так, он выдал яйцо. Надеяться на лучшие. Какие-то награды стандартные. И стандартные награды он мне выдает. Из худших, естественно, ребята. Из худших. 4400, скидка 20. Подожди. Опа. Опачки. Ребятушки, а где мне взять, блин, где мне взять 11 рун? Давай подумаем. Если, например, куплю пак, по-моему, рун нету. И куда я вообще залез? Вот, мне надо ресурсы. Да, блин, не то. Так, здесь же у нас... Здесь, кстати, могут рун выдать. Нет, не здесь, блин. Клыка крифт. Вот, вот тут вот. Есть! Ребятулечки! Мы прям сейчас по скидосу 4400... Прикинь, длинный пляж. Мы с тобой взяли. Вот это стоил 4500, а мы с тобой за 4400 взяли вот этот. Ну, этот острог, я не знаю, больше, не больше. Но факт в том, что он дороже был. Поэтому мы его приобрели. И что же у нас тут? Я вижу, тут у нас рыбацкая фигня была. А здесь у нас... А здесь у нас не знаю что, ребят. Блин, не лопухнулся ли? Надо было, наверное, вот этот брать. Тут все-таки рыбацкая пристань, где они могли бы рыбу добывать. А здесь, наверное, могут они... Блин, слушай, ну тут, по-моему, и древесины нету. Чего там не хватает? А рыбы не хватает. $480 миллионов, чтобы убрать. Офигеть. $300 тысяч. Ага. 400 рыбы забираем. Так, ту елку тоже. За 5 рыбешек. Блин. Ускорять пока не буду. А, руночки получили. Так, здесь тоже руны. Блин, ребята, на этом острове, по-моему, нет ни лесопилки, ни хрена. Чё-то я... С горячухи-то ломанулся за ценником, блин. А по факту-то... $408 миллионов. Офигеть цены. 300 тысяч, ну это нормально еще. 240, блин, нет у меня столько. Блин, неужели придется брать наши запасы древесины? Чтобы вот эти вот камни отсюда убрать, блин.
Эти, даже если я заберу, по-моему, у нас все равно не хватит. 480, у меня 430. Да, не хватает совсем чуть-чуть, ребят. Ну ладно, фиг с ним. Так, ежедневную награду забрали. Ну и получается, что нам нужно, друзья мои, подождать. Сколько там по времени? Сколько это? Подожди, куда я? Что-то я уже забыл, блин, куда нам надо идти-то? А, события, события, вот. Так, нам нужно с тобой подождать. Ну, ровно, грубо говоря, один час. Если сейчас на моих часах 10, значит, в 11 часов надо будет зайти. Ну, в 12 часу как раз пойду приготовлюсь и покушать что-нибудь. Вот, сядем, пройдем события. И нам надо будет копить с тобой. Что нам надо копить? Кстати, подожди. Мы для того, чтобы улучшить... Да ядрен матрен. Для того, чтобы улучшить... Да не дровница мне нужна. Вот. А, нам нужно 18 драконов, да? Нам нужно 18 драконов, у нас пока только 6. Кстати, да, он хорошо намекнул, что здесь 123, но ты извини меня... А, 4, понятно. Угу, вот она что намекает. Нам нужно дофига железа. Ну, мне кажется... Мне кажется, быстрее получится прокачать водореза на 124 уровень. Водореза, кто у нас там еще? Этот уже 124 уровень. Надо брать на самом деле и прокачивать самых простеньких драконов. Типа вот. Где у нас тут? Типа вот парящего прихвостня. Вот, пожалуйста. Пристиголов тоже. Кошмарный 124 уровень. Через 7 левлов он получит вполне. Кто еще у нас есть из таких? Чего ты там мелкий шуршишь? Иди он. Тренируйся. Кто у нас из недорогих, так сказать? Это проще всего качать обычных, ребят. Они дешевле обходятся и, как говорится, тут 90. Вот, в принципе, тоже кандидат на 114 уровень. Ну, боевой лорд, это универсал идет. А вот этот костолом у нас. Вот. Вот, ребята, к примеру, еще костолом тоже может прокачаться до 118 уровня. Ну, до 124 уровня прокачать мы его можем вполне. То есть это плюс еще 3 дракона как минимум. У нас 6 плюс 3, 9. Блин, еще дофига надо будет. Еще нужно будет дофига. Ладно, ребятушки, пока закругляюсь, через секунду увидимся. Так, ну что, ребята, я думаю, что событие уже доступно. Отлично. Итак, стремительный против свирепых. Что у нас тут? 100 рун. В конце радуга. Какая-то... Ну, радует одно, что оно короткое. Судя по всему, мы пройдем ее за одну заходку. Но радуга, это же украшение. Вы прекрасно, наверное, уже понимаете, что я не особо рад украшениям, потому что... Кстати, когда я убрал, игра стала поменьше лагать. То есть, действительно, что... Да и на самом деле они ничего не дают. Я думаю, вообще убрать их все в этот, в сокровищницу, чтобы они там лежали. От них толку никакого. Они никаких бонусов не дают нам. А в сокровищнице будут себе нормально храниться, пылиться, как говорится, да? Да, я, наверное, так и сделаю. Я уберу их. И у нас, кстати, будет больше места для драконов наших. То есть мы сможем выставлять больше драконов. Так, что тут у нас за Бармотус? Давай, наверное, я хильнусь. Укушу. Так, это не сжигатель, да? Это не сжигатель энергии у нас. Блин, ну не добили чуть-чуть. Ладно, фиг с ним. Сюда. Ну и добивает. Барсик, я думаю, добьет его, в принципе-то. Что он там? Усилился еще, да?
Зря. Рыба. Рыба все-таки. Ну, ладно, фиг с ним. Слушай, ну опять, ребята, опять какая-то фигня. Посмотри внимательно, у нас дается всего лишь 3 энергии. То есть... Угу. И нам не хватит одной энергии, чтобы допройти это событие. Вы серьезно сейчас? Почему стали меньше давать энергии на прохождение задания? Я не врублюсь вот этого. Что случилось-то? Раньше давали постоянно, стабильно было 5 энергий. Все, не меньше, ребят, не больше. 5 энергии. Там уже на свое усмотрение. Хочешь, докупай, хочешь, нет. Ну почему сейчас 3? Нафиг они вот так вот сделали? Не понимаю этих разработчиков, блин. Да ладно, что-то там броню себе поставил, да? Мы ее уберем. Угу. Давай укусим и добьем. Так, первая волна пройдена, вторая и последняя. Начнем, наверное, с этого охламона. Сейчас мы его... Так. Мало здоровья, кстати, у нашего кривоклыка, я смотрю. Кто же вот так? Неужели этот чувачок так поиздевался над ним? До свидания. Ну, уже получше. 150 миллионов рыбы. Нормально. А что это за пак? Это не плеваки или... Не видно, нифига, расплывается там все. По-моему, пак плеваки это. Нам получается раз, два, три. Даже 3, ребята, поединка нужно. То есть вот это последний поединок у нас. Значит, говорят, говорится только об одном, ребята. Что нам нужно зайти вечером и добить это событие. Все. Других, блин, вариантов тут я вообще не вижу. То есть вечером и черепашки будут, ниндзя у нас. И драконы, опять же. Да ладно, он еще усилился, ты посмотри. Блин. Ну я надеюсь, что никого тут особо сильно не бомбанет. 413. Вжухал на 413, ребят. Че не все? А, ну у нас же свирепый, блин. Я че думаю, все красные? Мы же против свирепых деремся. Не того я начал бомбить, вот кого надо было. Я совсем забыл, что это жвастик у нас. Угу. Живоглот несчастный. Слушай, а если мы сделаем немножко вот так, и через хилу сможем уничтожить? Да, и хильнемся, заодно и уничтожили. Плюс жваку в минус. Так, хана ему, да. Ну, совсем мало. Совсем мало. Это никуда не годится. Лучше 150 миллионов, чем 22. А вот руны, это прекрасно. Руны я забираю. Так, 118 рун. Ребята, сколько у нас там? А, через 1 час 55 минут. То есть через 2 часа накопится энергия, грубо говоря. И... Ну, вечером надо вечером заходить и добивать это, ребят, событие. Других вариантов я... Пока, если честно, не вижу. Фига он быстрый какой, уже насобирал. Нормально? Слушай, да ты скоростник. А, так он 2 часа, ребята, и все. Он приносит нам наше нужное количество рун. Опа, и эти прилетели. Давай бесплатно, изучай там волну. Так, 9 рун. Ну, фигня, конечно, полная. Нам этих 9 рун... Просто-напросто придется потратить на следующую отправку его в приключение. Вот и все. У Йохана там что, не поменялось? И этот уже, нифига ты. Блин, у меня нету рыбы.
Слушай, они быстро, ветрокрылые и вот этот, они быстро, ребята, приносят нам железо. Это меня очень... И этот уже принес. Фига вы. Блин, ну не хватает. Давай тогда мы его за деревом отправим. Слушай, они крутые. Так быстро приносят мне эту железную руду. Буквально 2 часа и все, у тебя 180. Это можно заходить в игру тогда, да? Ну, естественно, при наличии ресурсов. Через каждые 2 часика и по 180 собирать. 10 раз зашел, уже 1800, а это 2000 почти железа, ребята. Так мы с тобой быстренько ветряную мельницу можем зафигачить. Ну да, ну что, ребятушки, тогда, наверное, до следующей серии. Вечером уже попробую зайти, поиграть, пройти это событие. Кстати, у нас же пак, по-моему, здесь, да? Угу. Ну да, пак плеваки, я так и думал. Рубин восхода. Да не надо мне, давай в сокровищницу. И вот это я бы, наверное, в сокровищницу бы убрал. И вот это вот расширить. Я думал, есть какие-нибудь двойные, чтобы можно было бы их поубирать, а двойных нету. А чтобы расширить, это требования для улучшения. У меня 60, а нужно 112. Да. Блин, ну вот я еще на сокровищницу не тратился, но если честно, ребят. Мне тогда проще уничтожать просто-напросто, и все. Тем более у меня двойных, насколько я помню, очень много двойных вот этих вот. Вот ракушка, я точно знаю, что их несколько у меня здесь где-то должно стоять. Радуга, вот у меня радуга есть. Мы там с тобой опять радугу будем получать. Ну как, вот. Да нафиг ее уничтожить одну. Елок, если я не ошибаюсь, у меня тут 2 или 3 штуки должно стоять. Так же, как, по-моему, и арбузы. И вот эта вот статуя у нас, по-моему, есть уже одна. Поэтому можно эту смело разбирать. Ледяная глыба тоже у нас есть. По-моему, вот этих вот цветочков тоже несколько, если я не ошибаюсь. Они просто, ребят, засоряют мне место. Вон еще, по-моему, ракушка одна. Ну да, вот ракушка была. И вот ракушка. То есть их тут немерено у меня. Раньше в свое время их выставлял, но думал, что так будет лучше. А на самом деле они только мешаются. И елок, по-моему, тоже несколько. А вот цветы. Там были цветы, и это цветы. Уничтожаем, да? Чего их копить? Не вижу смысла вообще. Я не вижу смысла их копить. Что там за событие? Сотку? Надо же, еще и награду получим. Так, получаем бабочки и получаем с тобой прилив сил. Все, ребятушки, больше пока ничего нету. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.